На конкурс дети читают стихи. Андрей Усачев, День Победы. Читает Корнеев Илья, 5 лет. Что такое День Победы? Это утренний парад. Едут танки и ракеты, марширует стройсолдат. Что такое День Победы? Это праздничный салют. Фейерверк летает в небо, рассыпаясь там и тут. Что такое День Победы? Это песни за столом, это речи и беседы, это дедушкин альбом, это фрукты и конфеты, это запахи весны. Что такое День Победы? Это значит нет войны.